Друзі, ми продовжуємо наш ранковий ефір і нагадуємо вам, що сьогодні день підтримки людей, хворих на епілепсію. Сьогодні всі, хто хоче підтримати їх, варто вам одягнутися у фіолетове вбрання, дотриматися саме цього дрес-коду. Це може бути навіть будь-який аксесуар, але головне, що ви підтримуєте їх і вони про це розуміють. Також, друзі, наші колеги із Запоріжжя підготували для вас актуальний сюжет саме з цієї тематики. Що робити, якщо ви стали свідками приступу епілепсії? Організуйте безпеку та приберіть всі небезпечні предмети подалі. Покладіть подушку під голову та зніміть окуляри. Покладіть людину на бік. Зафіксуйте час і якщо приступ триває більше 5 хвилин, викликайте швидку. Спокійно оцініть ситуацію, побудьте з людиною до кінця нападу і запропонуйте свою допомогу після. Що не можна робити, якщо ви стали свідком нападу епілепсії? Стримувати рухи людини, застосовувати силу. Засовувати щось до рота, намагатися розтиснути щелепу. Переносити людину під час нападу, окрім випадків, коли загрожує небезпека. Намагатися давати щось випити або з'їсти. Поливати водою, давати нюхати на шатир або ж робити штучне дихання. Пам'ятайте, приступ не передається від однієї до іншої людини. Сміливо та правильно дійте. Окрім усвідомлення саме цієї хвороби, окрім підтримки людей, хворих на епілепсію, варто знати, як надавати першу допомогу у приступах епілептичних. Саме у цьому нам сьогодні допоможуть наші ранкові гості. Тож, у нас рубрика «Ранковий гість». Нашої студії завітали інструктори загону швидкого реагування Червоного Хреста Павло Бузнік та Микола Кириченко. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Вітаємо вас. В першу чергу хотілося б розказати нашим телеглядачам, що ж це за захворювання таке епілепсія і які воно має прояви. Епілепсія, да, і що в биту ми його називаємо епілептичним припадком, це доволі таки розпространена неврологічна ситуація, яким к сожалению, болеет огромное количество людей, до 1% населения Земли, то есть примерно 5-10 человек на 1000 населения. Встречается это довольно-таки часто. С чем можно это столкнуться? Да? То есть это может выражаться как? Вот потеря сознания на 5-20 секунд, да? Когда человек даже иногда не понимает, что у него случился эпилептический припадок, до довольно-таки серьезного состояния, неотложного состояния, когда человек падает на землю, у него начинаются это серьезные судороги, может произойти активное выделение слюны или даже рвота. Поэтому нужно четко и эффективно действовать как бы в этой ситуации. Понимать, что нужно делать, а что не нужно делать. Угу. К сожалению, в нашем обществе, несмотря на то, что человечество знает об эпилепсии довольно-таки давно, первый задокументированный случай был сделан еще 2000 лет до нашей эры. Да, ну, то есть человечество живет с этим заболеванием довольно-таки давно, наблюдает его. В обществе очень много мифов. Угу. Связанные с эпилептическими припадками. Мифы, которые не только ну, как бы, вводят в людей в заблуждение, но и опасны для тех, кто болеет эпилепсией. Угу. От таких безобидных мифов, что эпилептика нужно накрыть черной материей, якобы это может прекратить припадок, да, до мысли о том, что ему нужно обязательно каким-то предметом разжать челюсть, зубы, достать язык, и это нужно сделать просто необходимо. На самом деле это не так. Это не только неэффективно, но и травмоопасно.
До речі, конвенція ООН, мабуть, декілька років тому було прийнято про те, що ні в якому разі не можна робити цього людині, і це навіть вважається, що може потягнути за собою якусь відповідальність за ту людину, яка це робила. Абсолютно вірно. Люди, які болять епілепсією, вони в багатьох країнах об'єднуються в общество. І одно із їх цели и это задача, это они выпускают определенные рекомендации, как же помочь человеку, у которого случился эпилептический припадок, да? Что нужно делать? То есть, например, есть... Напады існують різні. Класифікація нападів, можете більше детально? Класифікація епілепсія, як це заболевание, оно действительно имеет несколько видов и... Это связано там с различными причинами этого возникновения. Нам они в первой помощи не так интересны, как то, что нужно делать как бы непосредственно во время самого эпилептического припадка. Единственное, о чем бы мне хотелось сказать, что может послужить причиной возникновения эпилепсии. Мы не будем говорить о каких-то наследственных моментах, но... Известно, что к возникновению эпилепсии может привести травма головы, черепно-мозговая травма, а также злоупотребление наркотиками и алкоголем. По возможности избегайте этого. Что же нужно делать, как бы непосредственно, если вы стали это свидетелем этого, что человеку стало плохо и он теряет сознание. Если вы успеваете, подхватите его, не дайте ему упасть, потому что основные травмы, с которыми сталкиваются люди, больные с эпилепсией, это травмы, которые они получают, физические травмы, во время падения, а также, например, рассмотрим эту ситуацию. Человеку на улице стало плохо, он теряет это сознание. Да, то есть моя задача в чем? Не дать ему удариться, не дать ему. Люди часто в этой ситуации пугаются, не знают, что делать, вспоминают какие-то моменты. Но как же помочь? Нужно четко понимать основной риск. Основной риск, еще раз, основной риск это то, что во время эпилепсии происходят очень сильные судороги. То есть человек начинает биться руками и головой об пол, об землю. И самый главный риск состоит в том, что он может получить травмы головы. Поэтому наша основная задача – обеспечить ему безопасность. То есть подложить ему что-то под голову. Что это может быть? Мои руки. Шапка, перчатки, куртка, то есть что-нибудь, чтобы позволило пострадавшему избежать этих травм. Что делать дальше? Во время эпилептического припадка может начаться рвота или активное слюновыделение. Еще раз напоминаю, ничего не суем в рот, не разжимаем челюсти. Это может, во-первых, мы можем сами получить как бы травмы пальцев, раз. Во-вторых, мы можем травмировать его. Мы знаем огромное количество случаев, когда люди, больные с эпилепсией, им неправильно оказывали помощь. Выбивали зубы, рвали щеки, травмировали язык. В этом нет необходимости. Все, что нужно сделать, это перевернуть человека на бок. И все, это позволит рвотным массам и слюне выходить. И при этом избежит того, что произойдет за падение языка. И вот в таком состоянии мы находимся с ним, контролируем его состояние и не даем ему получить как бы травму. А сколько триває эпилептичний напад? Он может быть как кратковременный и происходить как потеря сознания, то есть очень короткая. Но в среднем это около минуты. То есть довольно это кратковременно. Но
Также бывают случаи, когда эпилептический припадок длится более 5 минут, поэтому никогда не бывает лишним в начале эпилептического припадка засечь время. И если это происходит уже более 5 минут, или это происходит циклично, то есть угасает, появляется, угасает, появляется, пострадавший не приходит в сознание. Вот в этот момент нужно уже вызывать скорую. Тобто, якщо це декілька секунд, то швидку викликати не потрібно. Почему в этом нет необходимости в начальном этапе? Потому что бывают моменты, что пострадавший приходит в себя и говорит: нет, я склонен к эпилепсии, это как бы нормально. Что нужно сделать? Во время окончания эпилептического припадка, у эпилептического припадка есть активная фаза, которая сопровождается судорогами, и пассивная фаза, да, то есть когда происходит такое угасание. В этот момент человек находится без сознания. Что нужно сделать? Проверить у него как бы наличие дыхания, не пропало ли у него дыхание в результате травмы. То есть, например, когда он упал или ударился головой. То есть, что мы уже людину знаем, да, из-за того, как она упала. Абсолютно верно, да. То есть, и если, если человек без сознания после эпилептического припадка, мы его опять же переворачиваем на бочок и вызываем скорую. А если же он получил как бы травму и у него отсутствует как бы дыхание, тут уже нужны экстренные меры, сердечно-легочная реанимация. Ты в любом случае обязательно вызываем скорую. Что еще как бы нужно это сделать, да, то есть когда вы наблюдаете эпилептический припадок, чем вы еще можете как бы помочь? Помимо того, что подложить как бы под голову и перевернуть как бы на бок. Это ослабить одежду, да. И по окончанию эпилептического припадка предложить помощь пострадавшему. Это человек, когда находится в этом состоянии, он не помнит, что с ним происходит. То есть во время этого может случиться непроизвольное мочеиспускание. То есть, когда человек придет в себя, ну, предложить ему такие социальные моменты, как попить воды. Просто поддержать, да, поддержать его, безусловно. Предложить ему все-таки вызвать скорую. Как вы себя чувствуете? Это не залишати просто наодинці зі своєю проблемою. Дякуємо вам, що сьогодні розповіли не тільки нам, а й всьому Миколаєву про те, як надавати допомогу при епілептичних нападах. І я думаю, що наостанок варто повідомити нашим телеглядачам, що підтримка для людей, хворих на епілепсію, дійсно важлива і не потрібно це сприймати як щось екстраординарне. Це такі самі люди, як і ми, і вони просто потребують трошки нашої допомоги. Абсолютно вірно. Будемо добрее к друг другу, к окружающим, и нужно уметь оказывать помощь. Мы проводим замечательные тренинги по оказанию первой помощи, они абсолютно бесплатные, вы увидите номер телефона, по которому вы можете записаться на наши тренинги. Що ж, дякуємо вам, друзі. Я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні до нас завітали інструктори загону швидкого реагування Червоного Хреста Микола Кириченко та Павло Бузнік. Дякуємо вам. Спасибо вам.